Эй, народ, всем привет. Ну чё, еще одна серия по партизанам 1941. Давай продолжить. Загрузки тут быстрые. Вот. Так, где мы там остановились? Так. Помните бы, там, по-моему, у нас слева, там до хрена немцев. Так, уничтожить охрану конвоя. Ага, это я понял. Я думаю, уже там везде подмешали. Давай, короче, загруппируюсь. Так, F1. Давайте, все, пацаны. Будем сейчас разбираться с теми нехорошими людьми. Конечно, не факт, что типа нужно там их прям нормально так перестрелять. Подожди. Так, а у нас вот тут, смотрите, еще какие-то отряды ходят. Ну чё? Слушай. Давай ты идешь. Здесь враг. Ага, так. Типа гражданский. Немец, полицай. Ну, с этим будет сложнее, блин. Хотя, слушай, нам, может, Санёк может пригодиться. Блин. А как бы вас тут так выхлестнуть, конечно же? Прокрадусь потихоньку. Санёк, подожди. Так. Так. Ну, этого, наверное, метательным надо. Эти вроде немцы не поворачиваются. Но если я его убью тут, то они, скорее всего, услышат звук. Так что надо, наверное, на более дальнем расстоянии как-то выхлёстывать. Давай ты здесь обойдешь. Тебя вроде за этими... С этой бригадой не должен увидеть. Так. И когда он будет здесь, я, наверное, кину в него нож. Ага, а мне эти могут запалить, да? Ну, он что-то хотел. И опять основа. Так. Сейчас будет немного рискованно. Так. Лови, гад. Блять, там чувак ушел. Я надеюсь, эти не отвернутся. Давай в аккурат. Все, ладно, минус один, это уже заебись. Так, ножик подбери. Мне еще лут. Пригодится. Лут. Не торопимся. Давай берем. Сохраняюсь. С этими что двумя делать, не знаю пока что. Можно, конечно, попробовать отвлекалку кинуть. Чисто вот на этого одного. Пулеметную уроду. Ладно, давай. Пока ты крадешься к этому, я выберу Санька, и Санек глушанет вот этого. Давай, короче, план капкан. Вот так. Санек. Все, отлично. Бери, хватай. Санька, хватай вот этого. Все, идите сюда, пацаны, быстро. Какой Санек, блять. Добивай этого немчугу. Все, заебись. Так, полутать. Спокойно. Отлично, ты скидывай тоже этого жмыха сюда. С него ничего нельзя взять, да? Не мое это прятаться. Все, заебись. С этими двумя разобрались. Тихо. Дальше. Иди пока сюда. Спокойно. Нужно провести разведку, посмотреть, что там, как. Блять, ты можешь с этой стороны просто обойти, чтобы видно не было.
Так, ну их трое тут. Это, скорее всего, запалит. О, смотрите, этот смотрит сюда, в эту сторону. Значит, с этого начать не получится, да? Если только вот здесь как-то обойти. Блин, а тут целый конвой. Нам в любом случае тут, наверное, придется заваруху какую-то устраивать. Не поднимет, ты прячься, главное. Я не знаю, я хочу попробовать этого, может, выхлестнуть для начала. Все, давай, бегом. С этой стороны зайду. Спешить нам некуда. Всем пригнуться. Так. Да, наверное, мы его, пока он тут стоит, из-за кустов, короче, ножичком вот так вот метательным. Так, блин, я уже ножик выбрал. Тихо. Как отменить выбор? Блин, не хочет отменить. Ладно, я просто хотел сохраниться. Тут мало ли что. Дабы пулеметный урон. Беру его тихо. Все. Да, пока тебя никто не видит. Хватай и беги, блин. Тактикульно. Ножик хватай. Тебе ножик не нужен. Возьми свой нож. Это мое. Это твое, да, я не спорю. Так. Угу. Ну, в принципе, этого, когда он тут, наверное, стоит, можно. Открытие быстро. Так. Ну, вроде стрельба не началась. Значит, у них там просто типа подозрения были. Осторожно. Осторожно. Так, где? Опять по кустам ходит. Жмых тебя тут не видит. Ух, рискованно, рискованно, блин. Тихо. Да ты, блядь. Ладно, решил бы с этого места забирать, так что. Да, блядь, с этой стороны обходи. Ну да, он где-то вот тут становится. Вне зоны видимости вот этого пацана. Меня там напрягает, тут где-то вот тут немец стоит и смотрит сюда, но может быть он не досматривает, если такое предположение. Я не знаю, он из-за этой тележки увидит нас, не увидит. Давай сейф пока, есть такая возможность, еще сейчас, если что, перезагружусь. Мое потом отбегу в кусты назад. Давай, подходи сюда. Так, я пока пепси попью. О, с лимончиком. Блять, а тут он его видит. Сука. Ты куда-нибудь сюда отойдешь сейчас? Вот зараза, а? Не, надо его отсюда, короче, брать. Иначе тревога поднимется. Значит, из этих кустов его достанем. Вот здесь видите, типа, не знаю, амбар, подсобка. Вот пока он тут идет, мы его заберем метательным. Сюда бы пулеметный урон. Лови, гад. Положил. Все, четко.
еще пригодится. Точно. Так, ну сейф, как бы в любом случае. Всем пригнуться. Так, ну ты же досматриваешь до этого, да? Да, он определенно досматривает, значит. Надо сначала разбираться с ним. Вопрос как? Тут целый отряд ходит. Ага, я понял, он отворачивается. И пока он отворачивается, в этот момент можно... Блять, сейчас, конечно, рискую. Это в план не входило. Да, не переживай, все нормально будет. Давай на дурачка попробуем. Не подведи. Когда же вы закончитесь? Давай, быстро. Хватай его. Хватай, беги, блядь. Все, чисто на дурачка сделал. И причем вовремя все. Моя верная финка. Да. Отлично, сейф. Дома мы, в принципе, потом полутаем, да, я думаю. С этим что делать? Когда он сюда отходит, если только что. Заберусь, короче, в эти кусты поближе. Тоже как-нибудь метательного выклесну. Заберу ее сюда, оттащу. Осторожно. Пока там эти патрулируют. Не подведи. С этим все. Давай, давай, быстро, блядь, беги нахуй. Все, давай, 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 надо успеть. Все, одного из восьми сделали. Короче, эта серия, наверное, точно будет чисто этой миссии посвящена. Но другую мы уже, наверное, не успеем. Так, с этими тремя посложнее будет. Ну, их, наверное, может в последнюю очередь. Ну, я не знаю, ну вот этого заднего можно убрать, конечно же. Но это когда они в эту сторону пойдут. Так, это свой там. Так, ты ж в кустах. Или в кустах. Тише шаг. Ну что, заднего тогда. Выбиваем. Давай быстро его. Уберу его тихо. Отряд не заметил потери бойца. Кстати, странно, что этот не считается комбоем. А это мое. Это твое. Отряд не заметил потери бойца. Ну этих баб, блять, я не могу одновременно там. Мне придется, короче, просто перестрелять, походу, вот этих двоих. Блять, я сейчас рискую. Сейчас они повернутся, блин, могут запалить меня. А, не запалили, и ладно, как говорится. Я вообще на наглую рожу сейчас прохожу. Этого убил так нагло, того. Сейчас поднимет тревогу. Не поднимет, подожди. Но мне, скорее всего, тут надо обойти и посмотреть с этой стороны, как их можно там достать. Можно тоже одного, второго там выхлестнуть. И таким же образом. Давай, блядь, ты перелезть, что ли, не можешь? Надо обязательно оббегать там все. Ну, за забором они вроде не видят. Ты ж не видишь тут. Да, он не видит. Здесь враг. Блин, тут сзади что ли обойти? Вот этого еще там достать.
Слушай, да, придется, наверное, в обход идти сначала. Вполне возможно, эта серия может растянуться и на две. Я такой возможности не исключаю. Так, ну когда этот вернется, короче. Проскочим. Давай. Угу. Братан, твоя погибель идет. Осторожно. Угу. Так, слушай, а тебя тут чувак ходит. Давай понаблюдаю сейчас немного. Угу. Этот идет сюда, этот идет туда. Ладно, давай, короче, тогда за этим понаблюдаю. Так, ну он просто тут ходит. А вот этот вот, кстати, что тут затесался, что он тут делает? Здесь враг. Да, вижу, блядь, что. Хороших людей сюда не поставили. Слушай, вот ты вот. Я даже, наверное, метать с тебя не буду, я тебе так, наверное. Сейчас он выйдет из дома. Хотел просто нажать, я думал, короче, он станет там за углом. А, так, загрузить. Давай, это вот этот вот сейф. Всем пригнуться. Ну, немного тупанул с механикой игры, скажем так. Что-то, блядь, тебя не забудет. Чего? То есть они заметили, блядь, труп? Или что? Осторожно. Ну хорошо, что хотя бы игра это не провалилась. Ну все? Расслабились? Здесь враг. Дайте труп, блядь, приберу хотя бы до приличия. Чтоб никому тут глаз не мозолил. Так, что с вами, блядь, тут делать? Можно, конечно, типа занять огневую позицию. Окружить там. Блядь, я тут всех их сейчас не пристреляю. Мне в любом случае втихаря надо как-то. Типа, и что ты мне показываешь эту полевую кухню, блин? Типа что, она ж, по идее, не должна взрываться, блин, там же каша внутри, я не знаю, что там, блядь, суп какой-нибудь. Шнапс, я не знаю, если это немцы. Блядь, нелегко. Ну тут опять же надо в наглую, наверное, опять же там обходить с той стороны. И пытаться этого выхлестнуть, который я хотел изначально. Я просто тут других вариантов сейчас вообще не вижу. Чё, кто там, блядь? А там обычно гражданский. Я уже подумал, может, какой-то там сидит. Дядька нехороший. Не шуметь. Тут, блядь, и не шуми. Сейчас уложу.
Давай, давай, быстро, 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 хватай его, блядь, беги. Кусты. Ну слушай, я тоже в наглую его так. Это мне еще пригодится. Сюда. Ой, блядь. Так, ну сейчас, по идее, вот этого жмыха только осталось. Забрать. Здесь враг. Я не знаю, что из этого получится. Мне кажется, мне сейчас вот это запалят. Блять, хватай. Сука, хватай его. Это каким-то чудом вот этот нас не запалил, который там справа ходит. И получилось все. Как нельзя сказать лучше, скажем так. Блять, ты можешь облутать его? Он не хочет лутать. Лутай, блядь. Давай вот этого оттащу, не знаю, в дальние кусты, чтобы он не мешался. Так, кого из вас тут можно полутать? Вот этого можно полутать. Следуем плану. Так, ну этот, конечно, там в одиночку ходит. Это его ошибка. Осторожно. Да и, в принципе, это тут стоит один патрульный. Зря, наверное, в эти кусты выбежал. И надо сейчас по-хорошему с той стороны здания обходить и вот этого убивать. Да никто тебя не обнаружил, не ври. Им показалось. Осторожно. Давай. Осторожно, это я люблю. Так, смотрим, думаем. Этот пока свалил туда направо. Ты же можешь зайти сюда поближе. Можешь сейвануться, короче, в этот момент. Блять, а тут же еще охрана конвой ходит, бляха-муха. Что мне с ними делать? Они же сейчас меня увидят. Не, слушай, они вот где-то в этот момент разворачиваются и идут. Сейчас подожду, пока тот отвернется. А, видите, он типа смотрит на него. Все, давай, иди отсюда. Сутерлян, тебя не забудет. Давай, давай, блядь, еби его. С этим все. Хватай, беги. Сюда, молодого. И что-то можно полутать. Не, лучше бы ты с него пулемет его забрал бы, ну, честно, больше пользы было бы. Не шуметь. Так, ну в принципе сейчас можно с этим разобраться. Вот опять же сейчас, наверное, оббегать, да? За этим вроде как никто не присматривает. Да, давай сейчас... Ну, а как бы это мне сделать? Санек, тут такое дело. Тут такое дело. И просто падлу тем персонажам оббегать, поэтому... Ну ты поближе просто. Давай будем честными. Я не знаю, ты вроде ребенок, блин. Там кабан здоровый. Так что результат, наверное, не гарантирован, но... Ну тебе придется его... Того. Ладно. Наверное, Демином, потому что... Только бы не заметили. Блять, где он? Спокойно. Потому что он метать умеет, так малой не умеет метать. Да и мне кажется, что он типа побыстрее должен его как-то уложить. Если в упоре. Пофиг, оббежим.
дальше шаг. Да, давай сейф пока, потому что это может внезапно развернуться. Угу. Слушай, а как, блять? Это мне надо тихонько прокрадываться и через эти кусты идти, блин. То есть выходишь вот так вот и идешь вдоль, чтобы этого забрать. Что он вроде как здесь не перепрыгнет. Хотя не факт, давай попробую ворота открыть. Осторожно. И в момент, когда этот жмых отворачивается. Так, ну давай ты слушай, может так далеко не отходи. Вот здесь как-нибудь так встань. Когда он сейчас отвернется, мы пойдем. Ну-ка не сейчас. Сейчас. Не обнаружили. Все, стой, блядь, не шуми. Так, этот отворачивается. Я метаю в него нож. Давай еще раз сейв. Только давай сейв, блин, кому говорю. Давай, уходи отсюда. Сейчас уложу. Все, сюда, на родину. Хорош. Моя верная финка. Тихо. О, еще одна финка. А, слушай, Саня, такое дело. Куда дальше? Нет, давай ты. У тебя вроде нет ножа, да? Да, у тебя определенно нет ножа, и тебе определенно он нужен. Вообще по-хорошему бы лут распределить, потому что я сейчас в основном играю за одного персонажа. Сейчас подожду, пока этот развернется, пойдет. Все, давай сюда иди. Чуть подраспределим лут. Мое это прятаться. Давай ножик себе бери. А, пацаны, слушай, может ему скинуть так? Какие у тебя патроны? Вот такие у тебя патроны, да? Так, на этому отдай, вот это тоже ему отдай. Сишки там вот эту вот всю херню. Травушки там всякие, муравушки, блин, ненужные. Но бухлишка тоже ему давай. Все. Отлично, распределил. Давай тогда потихоньку уже занимать огневые позиции, потому что, ну, как бы надо. Потому что тех двоих, допустим, я так не уложу. Сюда бы пулеметную уроду. Сюда идешь, малой. Тебя бы туда засунуть, не знаю. Да тоже, наверное, сюда. Так, становись сюда. Мы сейчас будем с этим думать, что делать. Ну, что тут думать? Вот сюда идешь, короче. Когда он отворачивается, нож не бросаешь и все. Я не знаю, я последним, наверное... Ну, блин, хочется гранатой взорвать, конечно же. Давай, сейф. А, так, сюда. Не подведи. Не подведет, не переживай. Так, и пока тебя... Все конвойные не запалили, неси его сюда, в кусты. О, успел. Все. Это мое. Слушаю. Сюда. Не, можно по красоте сделать. Типа один пока обходит. Выставить их на одинаково отдаленное расстояние. Типа подходит, и чтобы они подошли как-то одновременно. Все, я тут уже хожу, блин, как дома у себя.
Давай, ты с этой стороны зайдешь на этого, а второй зайдет на второго. Всем пригнуться. Окей. А Санек, короче, из дома прикрывает. Нож экипируй, пожалуйста. Так, ну нож ты бросить не сможешь, да? Ну давай, сейф. Ну что, погнали? Я же был осторожен. Ох, мама, блин. Не роди меня обратно, называется. Вашу медь. Вашу медь? Не торопимся. Не шуметь. Вашу медь. Ладно, план капкан. А какой нахрен план капкан? Их местами сейчас менять надо. Вот тебе, блядь, план капкан единственный. Потому что этого надо метательным забирать, а этого нужно с упором забирать. Просто ножом. Вот какое расстояние надо. Тихо. Лови. Я вам всем отомщу. Да еби ты этого немца, блин. Как-то, блин, столько хпшки потерял, я не знаю при этом. Ну, а кто вы, блин? Ладно, в госпитале. Высокий боевой дух. Не торопимся. На базе подлечишься, ничего с тобой страшного не произойдет. Бежал. Ну что, побежали лутаться, я не знаю. Тихо. Нас, конечно, там еще пацаны ждут. Двое. Или может хрен на них. Короче, пацаны, все, давайте. Это. Пригодился. Давайте осматривать, что тут есть у нас. Распределим лут. Ты можешь, в принципе, взять твою винтовку. Поручите мне что-нибудь. А то у нас человек кинжал. Так, я думаю, если там что-то было бы, оно бы уже подсвечивалось бы. Ну, определенно. Так, ну там я вроде все наверху осмотрел. Ну, вот здесь вот что-то ценное лежит. Давай заберем. Вон ящик какой-то. Блять. Пацаны, у меня ж... Тут все один чувак не утащит. Это кража, это все принадлежит кому-то там. Ладно, не будем красть. Вот это я не знаю, это кража, не кража. Тут вроде немцы, типа, лица и тусовались. Сейчас откроется второй рейс. Блять, вы можете все ходить, пожалуйста? Слушаю. Самогоныч. Ладно, давай с этими галимытами что-нибудь придумаем уже. Это кража. Это, мать его... О, слушай, а я, кажется, вижу вариант, как можно от этих двоих избавиться. На них, походу, бревна можно свалить. Так, держать. Тише. Блядь, сейчас запалят. Не запалят, смотри. Ладно, отбегу сейчас потом, когда они там развернутся.
Я тут особо долго лутаться не буду. Буквально сейчас этих двоих завалю и все. В прямом смысле завалю. Отсюда завалю. Тут вроде, конечно, не прям целая гора, но... Попытка не пытка, да? Нормас. Тихо. О, вот это мне сюда, пожалуйста. Вот это я люблю. Так, кто у нас тут самый красивый? Слушай, а давайте все сюда подбегут, окей? Хочу быть полезным. А так? А так ты вдвойне полезный. А, давай вот эти вот здания еще быстренько осмотрю. Так. Ну это тоже уже считается для местных. Ну давай уже рискну. Слушай, мне просто интересно, что вот это вот будет делать? Как она? Я понял, типа она должна была придавить его. Хотя он вроде дальше стоял. Я не помню уже. Неважно. Так, это считается как вещи местных? Да, это считается как вещи местных. Ну все, ребят. Я думаю, считается, эта миссия уже пройдена. А, где наша не пропадала? Это точно, это миссия была не из простых. Все, погнали, на выход. Красавцы. Давай, завершить задание. Ты не готов, парень, хоть зарабатывать достижения. 2 из 5. Давай, продолжить. А на этом мы, пожалуй, закончим серию. Вот, с вами был Зазепа. Лайкосик, подписочка. Всех люблю, целую. Всем пока.